Ребят, всем привет! Мы перебрались на Луну, потому как на Луне вируса нет, и поэтому маски мы сняли. Всем привет! Мы наконец-то можем показать морды, и лапы тоже не надо дезинфицировать. Так что здесь как-то нам комфортнее, чем на Земле, которая вся уже там вообще 210 стран, все повально какой-то гадостью болеют. Вот, у нас сегодня будет универмаг лунный. Уже, по-моему, 9-й этаж, если я не ошибаюсь. Я прошу прощения, что я вчера в эфир не вышла. Я просто пью антибиотик, руку лечу. И, короче говоря, такая лошадиная доза у меня просто вырубает. Я все время сплю, поэтому как-то просто и совсем вчера как-то не смогла себя в кучу собрать. Вот, да и сегодня уже ночь, я вот только к вечеру. Но ничего, как говорится, главное не победа, а главное участие, правильно? Вот главное, что все-таки видео выйдет. В крайнем случае, можно его и завтра посмотреть. Ребят, смотрите, наш универмаг будет, наверное, сегодня про серьги. Вот мне девочки просили, и я вам покажу вот всякие разные серьги, которые у меня тут в коробках лежат. Вот, например, перед вами от Семенды. Очень такая вот интересная пара. По-моему, даже к ним есть и кольцо, и кулон. Но в данном случае у меня есть только серьги. Это, разумеется, вставка фианита. Ну, фианит под сапфир. Очень красиво, такой синий геометрические рисуночки. Значит, цена этих серег $45. Вот. И, как вы видите, французский замок петлей. Такие они. Очень такой современный, интересный дизайн. Вот, так что, кому интересно, телеграфируйте. Хорошие новости. Помните, 10 посылок, которые пропали. 9 марта они последний раз их видели на границе. И, собственно, с тех пор они канули. Где-то на территории России они не пробились. Хотя у меня была информация даже, что есть номер рейса, по которому эти все посылки в одном контейнере вылетели в Москву. И, короче, с 9 марта мы держали пальцы все и переживали, поскольку посылки, которые были отправлены намного позже, уже давно везде дошли. Кроме того, посылки, которые были параллельно отправлены в другие страны, Германия, Украина, тоже дошли. Ну и вдруг сегодня, какое у нас там сегодня число, я уже, честно говоря, потерялась. Вот, короче говоря, сегодня вдруг первый раз все 10 посылок пробились и потихоньку расползаются к своим адресатам. Так что, девчонки, слава богу, отслеживайте. Началось движение. И, видимо, они в одном контейнере лежали, потому что все 10 начали пробиваться. Так, это шаблюль. Также фианит, но аметистовый. Французский замочек, цветочек такой. Цена $38. Ой. И я бы сказала, что они очень милые. Я их уже, по-моему, показывала несколько раз. Как-то никто их пока не заметил. Но я надеюсь, что найдется любительница таких серег. Они и не мелкие, и не крупные. И с камушком, и видные, и замок удобный. И как бы все плюсы налицо. И цена, по-моему, неплохая. Так, далее. Еще хорошей новостью, ну, такой местного значения. Тот факт, я зашла вчера в аптеку, мне просто надо было там антибиотики купить. Правда, в аптеку попасть надо выстоять на улице очередь. Но, тем не менее, навалом всего. То есть я как бы наслушавшись Комаровского, ну он как бы про Украину говорит, а по Израилю-то я не выхожу, сижу в карантине, как все. И вот я с удивлением увидела, что и масок навалом. Маска в целом стоит где-то 3 с чем-то шекеля, это $1. Мне китайцы предлагали, китайцы, кстати, перепрофилировались, это такой прикол, те, которые предлагают обычно оборудование для украшений, всякие подставки, коробки, теперь всем своим, значит, потенциальным клиентам предлагают маски. Вот, и мне они тоже, значит, написали. Они продают маски по 25 центов за штуку. Но это, соответственно, партия должна быть какая-то там коммерческая. И, кроме того, пересылка сейчас стоит бешеных денег, самолеты почти не летают. Так что я думаю, за доллар купить просто маску в аптеке намного выгоднее. Кроме того, если мы выходим раз в неделю куда-то, так уж и быть, потратим. Куча антисептиков всевозможных, алкоджелей в любых объемах.
Есть вот эти вот жидкости, как в больнице, знаете, синие такие бутылки и красные бутылки такие, которые висят на стенах в больницах для того, чтобы руки постоянно дезинфицировать. Короче, всего навалом. Так что в этом отношении, конечно, было приятно увидеть. Но, с другой стороны, Израиль страна маленькая. В принципе, завалить таким бросовым товаром, если надо, правительство может. Так, это $48. Вот такой вот аметистик натуральный. И давайте посмотрим, что еще. По поводу марказита, ребята, у меня сейчас большой очень список обработки заказа. Всем проверяю, сличаю, кто что оплатил, где что кому пришло. Оказалось, действительно, многое не пришло, к сожалению. И поэтому на следующей неделе я должна завтра спросить вообще, работают ли они. Я так поняла, что они работают 3 дня в неделю. Если они продолжают работать, мы будем брать новый список, чтобы дозаказать то, что не хватает. Я просто гнала очень сильно, просила как можно быстрее, потому что сказали, что закроют аэропорт. Вот, и наш, и в Таиланде. Поэтому я гнала картину. Но, как я вижу, FedEx продолжает летать, и аэропорт, даже при том, что нет полета вообще, никто не закрывать не собирается. Ну, это как бы логично. Это все-таки не атомная война, как бы. $41, ребята, это 56 артикул, гранат, шаблюлевские серьги. Вставки здесь бывают разные. Девочки новенькие спрашивают, где посмотреть каталог «Шаблюль». У нас, благодаря девчонкам, в Одноклассниках просто горы фотографий с артикулами. Либо можно плейлист по «Шаблюлю» просто пролистать видео, посмотреть. Я, как правило, постоянно называю номера артикулов. Итак, это 56 артикул, $41, гранат. Ну, соответственно, французский замочек. Так, ребят, вот эти серьги, $39 с украинской швензой. По-моему, это уже вторая такая пара. Кто-то их заказывал, и мне кажется, они очень милые, и цена хорошая. Артикул 10,96 на сами серьги. И, по-моему, с швензой такой они смотрятся очень даже хорошо. За $64 у нас есть малахитовые серьги, кто любит малахит, на украинской швензе. В принципе, если швенза украинская не нужна, а просто петельки стандартные, то такие серьги получаются $56. Артикул 1906. И мы знаем эту модель как раз по вставкам с лабрадором. Очень много раз мы заказывали, но вот в данном случае для разнообразия вставили африканский малахит. Тоже, по-моему, неплохо для любителей этого камня. Серьги очень красивые. За $64, тоже с украинскими швензами, у нас есть вот такой вот тигровый глаз. Тоже очень прикольный камень. Всегда мне напоминает дерево. И опять же, если это без украинских швенц, а просто на петельках, тогда вот цена $56. 23,17 артикул. Они крупненькие и очень яркие. $23,77 с лунниками на стандартной петельки от шаблюля серебряной обыкновенной. Можно поменять в случае необходимости также и на украинскую швензу. $42, 23,77. Вот такой луник. Так, жемчуг 16,50. Это у нас, ребята, $45, так же, как вы видите, швенза стандартная, шаблюлевская. Если будет необходимость, поменяем на украинскую. Но пока, по-моему, даже есть такой же кулон где-то. Хороший крупный жемчуг в шаблюле. В этом отношении поставки у них качественные.
Это I-419, так называемые наши секретные архивы Мюллера. $46. Вот такой шикарнейший совершенно квадратный, прямоугольный фианит гранатового цвета. Конечно, очень интересный вариант, красивая форма. При желании также можно сменить на английскую швензу. Вот такие интересные серьги. 602 артикул с вертящимися такими детальками. Леонардо да Винчи мне напоминают всякие такие изобретения техногенные. И у нас есть здесь граненый оникс. $36. Такие вот молодежные, прикольные. Очень интересный вариант. Совсем такие масенькие деревья жизни за $33. Тоже такие разненькие были, я помню, сердечками, с, по-моему, еще какими-то там рисуночками. Ну, а тут дерево жизни, французский замок тоже для любителей небольших серег, таких бюджетных, но тем не менее интересных. Вот такое дерево жизни. $33, это 3407 артикул. Мелкие лабрадоры за $41, 17,55, французский замок. Ну, что еще о них сказать? Ну, лабрадорчики такие небольшие. Тоже для любителей некрупных украшений. Вот есть у нас такое дело. Вот эта модель мне напоминает елку. У нас есть, по-моему, с вставкой апатит. Где-то у меня в коробках лежит. И вот я нашла с лунным. $47, 26-21 артикул. Вот такие вот елочки с шариками. Любимая моя модель, всегда ее показываю. Как-то вот недавно были с ониксами, вот с бирюзой и жемчужинкой. Они получаются $52, 17,76 артикул. И они, собственно, тут с украинской швензой, но как бы и существует вариант просто с обыкновенной петелькой. Тогда, соответственно, будут стоить, по-моему, $44. Не очень такая трогательная жемчужинка здесь как бы, и вообще красиво они оформлены, именно сама эта коронка вокруг, не знаю, мне очень нравится. Интересно, какие еще камни можно вставить. Ну вот в частности с бирюза, жемчугом, по-моему, смотрится потрясающе. Еще раз, 17,76 артикул, $52 с украинской швензой. I-497, это недавно было в новинках, $55, это последствия моего самого последнего похода на завод Шаблюль, было это в середине марта, это были последние дни, когда разрешалось еще перемещаться, и это был последний день, когда я, собственно, свою дочку Эден отвезла на базу, и с тех пор, собственно, мы не встречались, то есть это уже получается, у нас месяц прошел, 5 недель карантина, потому что я помню, что это были вот последние деньки, хотя школы уже тогда не работали, то есть получается, что дети у нас сидят дома уже около 6 недель. Говорят, что летние каникулы им отменят, Галя по этому поводу очень возмущается, говорит, что вообще хамство полное, она вообще ни разу не отдохнула, пребывание дома, это не называется отдых, вообще я с ней совершенно согласна. Вот, $55, I-497. Иногда пребывание дома – это еще большая работа, чем ходить на работу. Ребят, 13,69, $36. Это серьги с бирюзой. Есть к ним браслет такой же. Такие же квадратики. И кулон покрупнее квадрат. И, по-моему, даже кольцо есть, но кольцо как-то я не очень помню. А вот кулон есть. И можно сюда вставлять и другие вставки. Оникс точно можно. Я думаю, вообще вся... Собственно, вся палитра, как всегда, океанит, лунник, лабрадор, оникс, опал, гранат.
Ну и всякие странные камни, которые иногда бывают. И заметьте, цена, по-моему, супер. $36, 13,69 на французской швинде. Так, ребят, помните дерево жизни пару минут назад? Я вам сказала, что еще бывает с разными рисунками. Вот я нашла 34,08. Эти $33, вот эти с сердечками, например. У кого ностальгия по спортивным играм, вон за $38 можно стать обладателем вот такого вот мячика с жемчужинкой на конце. Видите как? У нас шакалы воют, я не знаю, вам, наверное, не слышно. Шакалы воют таким, когда в стаи собираются. У меня просто, я на окраине города живу. Сейчас вообще это природа наступает, так сказать. Везде все пусто. Выходят, гуляют. Ребят, для любителей друзы. Есть у нас друза вот такая. Опять же, украинская швенза. Получается $49 вместе с швензой. 34,71 артикул. Вот они с висюльками. Видите? Все передвигается. Красивые серьги, благородные. О, а вот и крутяшки Леонардо да Винчи, как я их называю, за $36 с опалами. Видите? 602 артикул. На французской швенде. Так что у нас получается есть и с ониксом граненым, и с опалом. За $47, к сожалению, почему-то это с последнего просмотра новинок серьги с гранатом I-286. Как-то никто не обратил на них внимания. Они очень красивые. По два гранатика стоит в каждой серьге. Такие довольно-таки толстенькие, объемные. Швензу можно поменять при желании. В принципе, без швензы их цена $47. 286 I. То есть это артикул не из официального каталога. Все, ребята, для универмага 9 этажа нам хватит, правильно? Да пребудет с нами сила, и без паники все будет хорошо, мы же на Луне, чего нам?